задать вам крамолу, крамольный вопрос. Да. Смотрите. Да. Представим себе, что вы снимаете фильм «Гардемарины» в Голливуде. Так. И вы голливудский режиссер. То есть вы не знаете о существовании Жигунова, о существовании Харатьяна и Шевелькова. Кого бы вы из голливудских актеров могли бы увидеть в роли Гардемарина? Кто из голливудских актеров похож на Гардемарина? Например, Леонардо Ди Каприо мог бы сыграть? Нет. Правильно. Харатьяна нет. Нет, не мог. Вот мог бы сыграть Харатьян вместо Ди Каприо? Да, конечно, да. Ну, вместо Жирнова Шевелькова могли бы сыграть, а вместо Домогарова нет. Вместо Домогарова нет артиста на земле, никогда, который бы сыграл вместо Домогарова. Нет, его способности воспользовался Ежи Гофман. Да. После Гардемаринов, правда. Конечно. И могу вам сказать, что Домогаров пользовался у польских паней, которые достаточно привередливы по отношению к выбору к мужчин, да, они... Ой, как они его любили, как они ему аплодировали, как они ждали его выхода из гостиницы откуда-нибудь. Поэтому Домогаров незаменим.